Всем привет! 168-я серия турецкого сериала «Плен» выйдет 20 сентября. Если вы хотите, чтобы память Хиры поскорее восстановилась, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Хотя Хира вернулась в особняк, там она чувствует себя чужой, а все потому, что она никого не помнит. Устав от гнетущего состояния, она сама попросила Орхуна помочь вернуть ее прошлое, то есть помочь ей все вспомнить. Орхун делает все возможное, но результат пока нулевой. Возможно, память вернется в какой-то неожиданной для Хиры ситуации, вследствие очередного стресса. Али очень рад возвращению Хиры, но ему обидно, что она его не помнит. В это же время Нуршах снова встретилась с Кинаном и заявила ему, что она тоже юрист, на что он просто улыбнулся. Тогда Нуршах вслед ему сказала, что Кинан скоро увидит, на что она способна, ведь она никуда не уйдет из этого района. Если не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.